Чем могу помочь? Я ищу Дью и Рэя. Будь добр. Никогда не трогай мои фигурки. Простите. Ясно? Вот это генерал Джефф Томпсон. Болотный лис Конфедерации. Наверное, самый вспыльчивый человек за всю гражданскую войну. Я воссоздаю битву при Фредериктауне. Ты вообще слышал о ней? Это моего отца. Он колотил меня. Ставил ногу сюда, на шею, и бил лопатой. Золотой человек. Звучит запутанно. Это его самая ценная вещь. Арканзасская зубочистка, использованная самим Джебом Ньютоном в одной из битв. Это связь сына с отцом. Ее выковал Джеймс Блайт. Раскаленный конфликт, словно любовь. Бывает, хожу в шортах, а она не влезает, поэтому я ношу это, его монетку. Тоже очень важная. И тоже выковано в огне. Это все битвы, где выиграл Юг? Да, именно так. И много у вас клиентов на эти товары? Ценители. Но чаще всего я продаю конфеты. Парни, после обеда встреча на складе. Будет объявление. По поводу? Что, взад даешь? Это к твоей мамане вопрос. В буквальном смысле. Как раз на днях нагибал ее над тем рабочим столом. Я говорил, что женат на маме Бландейла? Нет, сэр, мы не знакомы. Вы Дью и Рэй? Я Уолт Прайер. Мы говорили по телефону. Сын Денниса Прайера? Да ладно. Вот сейчас вижу, что ты его копия. Ты сын Денниса? Ага. Мы классно проводили время с твоим отцом. Работали здесь подростками. Здесь-то я и встретил маму Бландейла. Да, я был 18-летним выпускником, с горой мышц и кадрил девок больше, чем Бас Олдрин. Она была опытной женщиной. Горячей. Ее лицо краснело во время секса. Хватит, спасибо, Дьюи. Кстати, о горячем. Ты синхронный ремень в грузовике починил, сынок? Я не его сын. Мы вместе в школу ходили. Да, я ему как отец. Минимум с тех пор, как начал спать с его матерью. Уолт, первое поручение. Поможешь Джимми Ли повесить мисс Клаус на елку? Я нанят? Мне все равно. А ты хочешь? Да, сэр. Хорошо, тогда вот. Следи, чтобы Джимми Ли не упал и не убился.